Здравствуйте, мои хорошие, меня зовут Алексей. Сегодня у нас в первом взгляде игрушка, в которой мы будем строить наш город мечты. На самом деле геймплей до неприличия прост. Мы левой кнопкой мыши создаем на водной глади специальные поверхности и на них строим здания. На этом все. Ну давайте попробуем что-нибудь построить. У нас слева есть цветовая панель. Выбрав определенный цвет, у нас будет, соответственно, здание покрашено в определенный цвет, выбранный вами. Соответственно, можно, видите, создавать платформу и уже на ней строить ваше здание. Ну а можно делать это просто на воде. И в этом плане все хорошо. Вау, обалдеть. Также справа у нас есть небольшое меню, на самом деле функционал максимально прост, мы можем какие-то моменты отменять, там, не знаю, включать сетку для того, чтобы нам было просто удобно, какие-то объекты копировать, вставлять, но, опять же, как я уже сказал, все сводится к тому, что вы просто кликаете левой кнопкой мыши и больше ничего. Я, признаться честно, поражен тому количеству положительных отзывов в Steam, потому что, как по мне, игрушка максимально скучная. Разумеется, вкусы у всех разные, но когда у тебя геймплей сводится к тому, что крути мышкой и левой кнопкой строй что-то, это, ну, такое. Я не совсем понимаю, на какую аудиторию это рассчитано, потому что те же дети с 5-6 лет спокойно играют в Майнкрафт, крафтят какие-то приколюхи, строят также здания, но там есть, не знаю, социальная составляющая и прочие прелести жизни. Я честно пытался в ней найти что-то хорошее. Но опять же, я не говорю, хорошо это или плохо, да? То есть моя задача показать, как есть. А вы уже сами решайте. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Просто есть куча игр на убивание время, там, не знаю, три шарика в ряд, там, не знаю, построй какие-то механизмы, головоломки те же самые. Но здесь вообще никакой интриги, там, не знаю, интереса. Может, есть маза город построить в виде какого-то логотипа, там, это круто считается. Я честно, я не понимаю, то есть, что это, как это, то есть, Так или иначе, ребята, пишите в комментариях, возможно, я чего-то не понимаю. Вы приведете какие-то аргументы, я поменяю свое мнение. Но пока что я вообще не понял это, да, то есть, что это, как это, почему, зачем, зачем это существует, да, то есть, такое... Ладно, мои хорошие, давайте прощаться до следующих видео. Ваши большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока!